подавляющее меньшинство. На турнире в Астане ветераны афганской войны на равных соревновались в меткости с молодыми бойцами. В команде из 5 человек по одному ветерану-афганцу. Турнир по стрельбе был организован в честь 25-й годовщины со дня вывода советских войск из Афганистана. В Казахстане воины-интернационалисты всегда занимают активные позиции. Вот и на этот раз не отказались от приглашения. Ветераны показали самые высокие результаты. Дали молодежи, что называется, прикурить. Подробности в репортаже Чингиза Масиитова. Вы становитесь уже на исходных для выполнения контрольной стрельбы. Уже сосредоточились. В одном строю молодежь и старая гвардия. Те, кто прошел афганскую войну, сегодня взял оружие только ради спортивного интереса. Кажется, что эти бывалые бойцы даже приклад держат по-особенному. И взгляд на мишень у них совсем другой. Хоть и упражнения спортивные, запах пороха в тире напоминает о мощи оружия. Участвуют бойцы из нескольких региональных командований и отдельных родов войск. Это аэромобильные, ракетные войска артиллерии и столичная ДШБ. В команде же 5 человек, в каждой из которых по одному ветерану-афганцу. Это единственные люди сейчас вооруженных сил Казахстана, слава богу, конечно, это хоть и так, которые имеют боевой опыт именно при выполнении боевых задач. Пять десятков. Провинция Кундуз – особая стратегическая точка на северо-востоке Афганистана. В середине 80-х стала местом службы сержанта Марата Саидбекова. На турнире ветеран афганской войны набрал 88 очков из 100. Говорит, лучше отстрелять помешало волнение. У меня более лучшие результаты. Сейчас не знаю, получился. Я считаю, что нормально. Самый высокий результат среди ветеранов-афганцев показал Игорь Глущенко – 95 из 100. Он отмечает, что такие соревнования – отличный стимул для молодых солдат и для тех, кто только хочет связать свою жизнь с армией. Должна быть преемственность поколения. Допустим, в наши года это были ветераны Отечественной войны, которые посещали наши школы. В афганской войне участвовало более 22 тысяч казахстанцев, около 1000 погибло. В республике чтят и помнят всех. Помимо этого турнира перед юбилейной датой по республике запланировано множество военно-патриотических мероприятий с участием ветеранов-афганцев. Чингиз Масиитов, Руслан Сасиков, программа «Союзники. Казахстан».